Видео о покупке косметики. Так, открыли. Итак, липстик, помада для губ от фирмы Pupa. Вот такой вот карандаш для глаз, тоже Pupa, серого оттенка. Хайлайтер нюдового оттенка от Smashbox. И еще в наборчик входит вот такая вот точилка для карандаша с большим отверстием. Все это было в наборе. Итак, это помада Transformer. Что значит Transformer? Здесь даже есть 4, аж целых 4 шага. Инструкция, так сказать, по нанесению помады. И кроме итальянского, здесь еще написано на русском языке. Так, камера у меня не захватывает. Вот, нанесите на идеально чистые губы обильный слой продукта. Затем нужно дождаться, пока она высохнет. Затем нужно... Что нужно сделать? Несколько раз сомкните губы, открывая и закрывая рот. Но не трите верхней губой, а нижнюю. И что у нас за четвертый пункт? На губах точно по волшебству проявится каскад глиттера. Ну что ж, давайте попробуем. Ну что же, посмотрим на волшебство. Вау! Действительно вау! Блеск на губах. Чудом проявился вот такой вот блеск на губах. Помада полностью высыхает, не чувствуется на губах и в то же время не стягивает их. Карандаш тоже темно-серого оттенка подходит очень под мой цвет глаз. Помимо этой зоны хайлайтер можно наносить также и на вот эту часть под бровью. Я делаю так, мне очень нравится, чтобы был немножечко блеск и над бровью, под бровью. И немножечко вот на нос, на кость. Раз мы уже с вами сегодня говорим о косметике, давайте разберем и мою косметичку. Тем более я уже давно ее не разбирала. Что же у меня в косметичке и чем я пользуюсь? Итак, новый хайлайтер. Откладываем его в сторону. Помада. Wow Lipstick. Откладываем. Новый мой карандашик для глаз тоже откладываем. Ну что же, начинаем. Что у нас здесь? Давайте посмотрим на BB-крем. Мой любимый BB-крем
Точнее, он единственный и неповторимый. Я пользуюсь только им, только этот крем мне подходит. Крем от Dior. 30% защита от солнца. Бежевый. Вообще, мне кажется, лучше него нет. Я, конечно, не пробовала все, но именно этот крем подошел мне с первого раза. Вот как я его купила, нанесла, все. Я пробовала и другие кремы. Ну, не все на свете, что существуют марки, но другие марки. Ничего мне не подходит. Мне подходит только этот. Я не знаю почему. У него супер тонкий слой. Я вообще не ощущаю его на себе. Не ощущаю, потому что другой крем, все, что я наносила, все ощущалось, что на моем лице что-то было. У меня тонкая кожа, в принципе, светлая тонкая кожа, и все на лице на моем ощущалось. А с этим кремом я ничего не ощущаю. Вот, как будто бы это моя вторая кожа. И оттенок мне подходит, и мне нравится, что есть защита, потому что не во всех BB-кремах есть защита от солнца. И вообще, люблю, целую, это только, это он один и единственный, этот крем, BB-крем. И, кстати, я не пользуюсь тональниками, я пользуюсь только BB-кремами. Все тональники мне делают маску на лице, ну, может быть, иногда могу использовать на вечер, на вечерний макияж, только лишь на вечерний. Но в основном предпочитаю BB-крем от фирмы Dior, вот такой BB-крем, Hydralife. И вот такой еще есть блеск для губ от фирмы Dust Cream. Это экономная греческая косметика, очень приемлемые цены. Shine Bomb, то есть он очень блестит, вот такого вот моего любимого цвета, пыльные розы. Обожаю. Вот в прошлом году я покупала тоже от Dust Cream бронзатор. Шоколад. Кстати, пахнет он шоколадом. Действительно. Вот этот вот бронзатор немножечко наносим на скулы, вот где щеки, да, немножечко под скулы, наверное. Немного, где начинается у виски. Вот. И немного на подбородок. Это на загорелой коже все делается, естественно. Когда кожа чуть-чуть слегка загорит, и наносим еще и этот бронзатор. Любимая моя тушь от Dior. Вот это. Я всегда брала черную тушь. Один раз взяла синюю, но это коричневая. Вот к моим глазам подходит коричневая тушь. И щеточка силиконовая. Также waterproof, несмываемая водой, да, подводка для глаз. Опять-таки от Dior. Моя любимая, как вы догадались, марка, да, косметики. Коричневый тоже цвет, бронзовый. Моя подводочка. Давайте откроем.
Спасибо всем, кто посмотрел данное видео. Ставьте лайк, не забывайте подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем удачи, всем пока.